Рыжкомпания представляет. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты, мне нравится. Ничего себе. Поехали. Здравствуйте. Я хочу познакомить вас с игрой «Цвет плюс половинки». Производитель ОАО «Радуга», разработчик «Малыша компания». Это игра для самых маленьких. В нее можно играть от года. В ней 9 вариантов. Прикольно. Первый вариант. Есть отверстия, в которые необходимо вставить детали, соответственно, их цвету. Круто. Ничего себе. Яркие красочные рисунки понравятся вашим малышам. Классно. Каждая карта сопровождается небольшим стихотворением. Мне нравится. Которое можно в более старшем возрасте ребенку предложить для заучивания. С этими картами и огромными деталями можно поиграть по правилам. В игре предлагается игровое поле со стрелкой. Очень классно. Ребенок вращает стрелку. Попадая на какой-либо сектор, ребенок выбирает деталь и вставляет ее в большую карту, которую он выбирает перед игрой. Кто первый вложит детали, тот победит. У меня такого нет. Предлагается множество вариантов игры со стрелкой. Например, что бывает зеленым, что бывает желтым. Ой, как интересно. Ребенок вращает стрелку и подбирает предмет, который бывает зеленого цвета. Кто больше подобрал предметов, тот победитель. Вы можете придумать свои правила с помощью стрелки и этого интересного. Очень интересно. Также в игре предлагаются парные картинки. Вау. Но перед этим необходимо их сложить из двух частей. После того, как дети сложили правильно половинки, их необходимо сравнить. Ух ты! О, 24 половинки. Самое развивающее. Пока, конец. Рыжкомпания представляет. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты. Мне нравится. Ничего себе. Поехали.